мои хорошие, мои любимые, Терему Калли, в Таллине открылся огромнейший строительный склад-магазин латвийской фирмы. Называется он «Депо». В общем, говорят, ажиотаж там. Там столько всего есть, там продаются даже животные. Там от балки до хомячка. В общем, мне страшно интересно, что там такое. Так что давайте посмотрим. Совершенно гигантское здание здесь находится на Ярве-Ванате, здесь недалеко от Испака. Его очень далеко и хорошо, высоко, как говорится, видно, так что не промахнетесь, когда поедете. В общем, тут все-все-все, что душеньке угодно. Работает он с 8 утра до 9 вечера и выходные до 6. Во, сразу нам камины. Все, что нам надо. Сразу камины. Покрышки. А это какая зимняя? Талве. 25 евро. Какой размер? Мой любимый размер. Первым делом на входе вас встречают. Вы заполняете очень быструю, легкую анкету. И без имени, она не именная, вам выдается бесплатно карточка депо. Клиентовская, клиентская карточка, которая будет иметь множество разных преимуществ. Сразу при входе я попала в мир игрушек, домиков и прочего. Говорят, что здесь цены невысокие. Я плохо разбираюсь в домиках, но вот цены перед вами. Значит, здесь все-все для детского. Ой, велосипедов, всяких лего. Вот где можно делать подарки к Новому году. Ой. Так, вообще-то, надо, наверное, выбрать какую-то цель. Куколки Лол по 12, по 7, домики по 49, обычная цена 55. Да, ну тут еще и занавески, и чего здесь только нету. Ой, кстати, о занавесках. Ну, в общем, размеры здесь, конечно, гигантские. Это, наверное, не пройдешь ни за день, ни за два. Меня вот интересует занавес. Здесь есть... А здесь и сошьют, видимо. Потом здесь огромный стенд с часами. Часы, картинки такие всякие. Ну, картинки вот такого стиля. Ковры, тюль. Я в большую комнату ищу и тюль, и кюльк, боковушки тоже. Вот что-нибудь сейчас придумаем здесь. Занавески здесь по 5 евро, по 10. В общем, такая тюль одним куском, что ли, будем разбираться. По 4, коротенькие, даже по 2 евро есть. Здесь образцы все висят. И бежевого цвета тоже есть. Здесь и обоев море. Я бегаю между занавесками обратно. Между занавесками обратно здесь обои. Так, произвольно совершенно. Если берете 4 рулона и больше, 5,79, а так 6 евро рулон. Ну так хотя бы о чем речь-то, как бы, да? Выбор настолько гигантский, тут же клеи подходящие стоят. Это второй этаж у этого магазина, как бы поднимаетесь, у занавесок второй этаж, и у обоев второй этаж. Велосипеды здесь тоже море всего, господи. Ой, а удочки, лодки.
краски, это я вообще молчу, конечно. И еще зоокауба, то есть здесь для животных. Мир животных. Между занавесками и обоями мир школьника и офисного работника. Здесь миллиард ручек всяких, всякого такого. Буквально все вот здесь оно. Тут же еда сразу. Сразу еда. Нет, я не дойду сегодня до занавесок нормально. Давайте просто вот в еду сходим. Смеха ради. Любопытство ради. Морской коктейль. 7,89. Если два пакета, до 7,30. Так, а креветки? Креветки 3,49. Если три пачки, 3,80. Если одна. Крупных креветок не вижу. Пельмени по 2,60, по 2,40. То есть, если возьмете две пачки, всегда дешевле. Булочки 2,30, 2,20. С канелью евро 74, если одна, и если две, то евро 77. Ой, господи. Никогда не была в строительном, чтобы была селедка в продаже. По евро 50, по евро 60. Селедка и колбаса в строительном магазине. Вы такое видели? Слушайте, это прикольно. Евро 15 паштеты. Колбаса евро 40, 2,30. Даже мне кажется, здесь дешевле. Вот помирывайку я сейчас посмотрю. Евро 40, но бывает подешевле в обычном магазине во время скидки. Зернистый творог евро 20. Сыры 2, 3. Молоко. Мне, пожалуйста, 2 стропилы и 3 литра молока. Сливки 35 центов. В общем, не очень, по-моему, ну, обычная цена, я бы сказала. Обычная. Тут мир печенья. Всякого разного. С вареньем. Смотрите, какое по 2,50 коробками. Тут все коробками. Здесь заблудиться нефиг делать. Мишки и прочие красавчики. Так, нет, все-таки давайте попытаемся дойти до занавесок обратно. Кофе, кофе. Зерна. Зерна арабика 2,27. Она уже молотая. 2,27. Ай, что-то нету дырочки. Не вижу, как пахнет. Не слышу. Мы в строительном, если что. Если кто только включился. Сахар. Сахар. Сколько стоит сахар-то, не вижу. Сахар 53 цента килограмм. 53 цента килограмм. Так. Что-то не знаю, занавеси. Глаза разбегаются, тяжело выбрать. Значит, здесь что еще? Постельное. Вот сейчас продавца подслушала. Парень говорит, что вчера очень много раскупили полотенца, вот эти постельные занавеси, что полки стали полупустые. Люди сметают. Сейчас тоже у занавесок невозможно выбрать, не только потому, что я дезориентирована в таком огромном пространстве, что большое количество людей, это невозможно. Все толкаются. Не то, что толкаются, но очень людей много, в общем. Вот постельное такое. Плотное, как будто сатин. Впечатление, что сатин приятное на ощупь. 15 евро. Если лина... Да, этот самый сатин с хлопком 16 евро. Это 240 на 220 пододеяльник, что ли. Здесь, в общем, слушайте. Сюда, наверное, так за раз не приедешь. Тут на много раз. Вникать, ходить, разбираться. Здесь эти с резинками, наверное. Да. С резинками простыни тоже хорошо. Я люблю с резинками, чтобы натянута всегда простыня была. Фроте простыня 3 евро, 4. 4.
с резинками фроте. А здесь сразу мир ковров. Боже, даже не знаю, за что хвататься-то. Так, это вроде снова постельная. Пододеяльник и две наволочки. Значит, стоит 24 карты. А, вот то, что карточку нам дали, у нас будет с вами вот эта цена. А так, если вы отказались от карточки, будет 27 евро. А если вы берете две, то будет 22 евро. Угу. Сколько же, например, здесь подушки 60 на 70, между прочим, подходит уже к нам. И 2 на 2, 220. Вот и постельное тоже подходит по размеру. Оно еще 3D есть за 22 евро. Смотрите, какое красивое черное с красным. Ой, какие красивые постельные. Подушки, одеяло здесь. И причем не... Я думала, что здесь будет, знаете, этот синтепон. Нет, 13 евро здесь. Уханая. Гусиный пух. И перо. То есть никакой не синтепон. Шерстяные завечки есть по 15 евро. Тут же сразу, слава богу, рядом карнизы. Что за ними далеко бегать не надо. Вот надо бы нам... Я хочу карнизы поменять. У меня большой какой-то облезать начинает. Не нравится мне. И у мамы тоже. А нам-ка по парочке карнизов. Вот такие руло всякие на окно, видите, да? По 16, по 18 евро. Вот такие разные размеры, конечно. Здесь мир ламп. Какая лампа на даче, смотрите, классно. Идея. Здесь мир ламп. От хрусталя, торшеры, настольные, что хотите. Фантастика, конечно. Слушайте, у меня голова кругом. Все как-то... Ой, а это все для животных. Корма для животных, песок. Хотела сказать, ловушки эти, переноски. И это не самое главное. Самое главное, что здесь сами птички. Где-то птички. На втором этаже эти кошачьи домики. Слышишь, где чирикают? А где они? О, закрыто, их сейчас моют, чистят. Ой! Сейчас закрыто, потому что их здесь моют. Смотрите, чистят зайчиков. Я сказала продавщице прообразно про зайчиков. Она меня послала к зайчикам, к самым настоящим. Вот эти коряги, кстати, продаются. Если вы хотите дома завести змейку, или у вас уже есть, или ящерицу. Вон, одна сидит уже. Смотрит так. Черепахи? Боже мой. 189 евро. Черепаха 159, если вы берете несколько, две штуки. Вот этого товарища тоже можно купить за 89 евро. Черепашки. Боже мой, какие хорошенькие. И здесь все для аквариума. Смотрите, здесь просто рай. Сюда ходить, знаете, как на экскурсию. Рыбки. Ой, хочу рыбок. Давай рыбок заведем. Ну что ты ничего не хочешь? Боже мой, рыбу. Ну птичку. Сказали, кролики есть, меня послали. Кролики, правда? Моя слабость. Божечки мои, 39 евро 99 центов. И это радость ваша. Ну это же вообще. Ну это же вообще. 39,99, все кролики. Ой-ой-ой. Чистят, кормят. Ухаживают. Хорошенькие какие. Ой, божечки.
Слушайте, здесь работают за счастье, наверное. Жёлку, конечно. Ой, тут же цветы. Тут все для дома есть. Ой-ой-ой. Вот, смотрите, дяденька ухаживает, да. Да. Все чистенькое. Да, ты правильно почувствовал мою душу тонкую. Кормушки он, видишь? Нет, не такой домик. Вот такой домик. Домик. Пластиковый. О, даже не пластиковый. Да, железо. Домик за окошко. Вот такой вот за кухню или в Кристину, но тоже нет, вот так вот. У тебя будет вот так вот. Он от будет ветра вот... и будет там бом-бом, так, знаешь, так вот. А ты да. Кто-то стучит там, а он будет вот так вот так вот у тебя. Смотри, вот как раз на эту узенькую, вот он встанет. Вот здесь, понимаешь? Ну это надо деревянный. Не надо, он же сгниет. Как сгниет? Нет, домой пусть это. Давай повесь мне на штырь вот эту штучку. Повесь, хочу кормушку. Ой, сколько всего. Семечек, орешков. Семечки 4,19, 2 килограмма. Рыбки. Я, конечно, очень извиняюсь за то, что у меня так эмоционально здесь. Ну, я просто... Ой, боже. Это будет не ролик, а какая-то это спонтанная, эмоциональная такая. Здесь тоже кормушки, белые домики, то, что мы с вами покупали на дачу. Вот такие всякие разные. Такая, наверное, даже лучше. Здесь открыто больше птичек видно. Может, правда, что-нибудь такое? Домой хочу, мне очень не хватает и скучаю. А вот такую кормушку можно купить на дачу и поставить прямо вот на улице. 26 евро. Здесь все для рукоделия. Рукоделие, клей, шишки, камешки, тесемки. Я так вот совсем бегла. Подарочные всякие варианты. Подарочная бумага, упаковочная по евро. От прозрачной всевозможные палитры. Даже такая подарочная коробка, смотрите. Очень здорово. 10 евро такая. Миллион всяких свечек. На кладбище свечка 2,60. 36 часов будет гореть. Это свечи. Здесь цветы. Цветы, цветочки. Здесь и отрезные есть. Можно повыбирать. А здесь и вот такие вот. В горшках. По 2,46. По 6 евро. Я знаю, что здесь есть и мебель тоже. Орхидеи. Я знаю, что очень многие люди любят орхидеи. Давайте посмотрим. Вам, для вас показываю, кто любит. 2,80, если вы берете 3 штуки больше. А если одну, то 3,39. И еще 4,69. Это разница, наверное, какая-то в них. Ну, вот здесь еще тоже цветы. Это как вереск. Он, наверное, хорошо будет цвести зимой. По евро 35, если берете 3 штуки и больше. Евро 59, если... Так, тут еще есть домашние растения. Вот хочу к ним сейчас тоже подойти. Домашним растениям. Здесь начинается мир для сада. Газонокосилки, лейки, горшки. Рай перфекционизма здесь. От белых
переходят в цвета. Посмотрите, как все выстроено здесь. Орхидеи, боже мой, насколько я прохладно к ним отношусь, но такие. Мне тоже нравятся. Ой, какие. Вот это же живые. Представляете? Ой, какие красивые. Да, вот это да. Здесь горшки. Не пахнут. Как будто искусственно, натуральные. По 20 евро вот такие огромные. По 20 евро. И вот такого цвета еще есть тоже. Нет, вроде даже... Ой. Ой, боже мой, рай. Орхидеи. Рай. Эти вот поменьше, по 9-10 евро. Вот эти маленькие. Цветы крупные, а сами они маленькие. Здесь комнатные растения. Надо что-нибудь да выбрать. А там целый... Там для сада цветы, а здесь все те, что в доме растут. Вот я охочусь за налиной и за марантой. Ну-ка. Вот эти очень интересные. Маранта, насколько я помню, ее зовут. Очень интересный цветок. Сколько сейчас? 10-11 евро. Большой такой. Значит, он когда день, у него листья вот так, как сказать, распущены. Как только ночь, мы с мамой сначала первое время не понимали, у нас был такой цветок, начинал что-то трещать. И он, вы знаете, на ночь вот так вот поднимается, и вот эти вот листочки, ну, он чуть-чуть поднимается, вот эту вот темную часть как бы показывает, спать ложится. Так здорово наблюдать. Вот здесь тоже всякие красивые какие. Вот она, налина, которую я ищу. Вот это вот. Ой, боже мой, как, наверное, будет сразу хорошо зелено дома. Господи, даже не подойти. Я вижу, что она одна здесь, что ли? Там очень большая. А это... Как-то даже не вижу, чтобы она продавалась. Здесь еще одна стена с горшками. Все тоже по цветам. Горшочки по 2, по 3. Да, вообще 4 с карточкой, той, которую дают бесплатно, 3,60. Вот это да. Вот это джунгли. Вот это джунгли. Представляете, да? Мы с вами в магазине, в строительном. Ой, я не жалею, что приехала сюда. Очень интересно тут. Но на Алину я вижу только одну. Цены 74-33. Дружеские большие цветы здесь. А вот еще на Алину здесь есть. Удобрения, лейки. Всякие подставки для цветов. Тоже здесь очень много. Вот подставки всякие. Разные. О, там целые стеллажи. И на колесиках есть поддоны. Как бы на него горшок, видимо. И такие понадежней. Деревянные на колесиках. Тоже горшки. Подставки в виде велосипеда. А это, если вы уезжаете, то для полива цветов сюда жидкость, и оно будет медленно отдавать полив цветов. Видите, какие штуки? По 4 евро.
Так, здесь садовая мебель. На улицу я даже не смотрю, потому что тогда все. Садовая мебель. Пластмассовая. Ну, цвета. Цвета мне не нравятся. А так, по сути, все такое, что за тон? Вот почему ничего яркого нет? Там всякие гамаки, шезлонги, эти сидушки. Здесь есть и мебель, вот надо посмотреть тоже что-нибудь. В общем, это называется, знаете, галопом по Европам сейчас. Это садовая мебель тоже. Для террас. Ты что меня зовешь? Есть такая штука. Да. Перлит. Да, кто это? Вот посмотри, добавляется. Это горная порода, вулканическое происхождение. Ну, водоемкость, ну как бы впитывается. Вода впитывается. 97% перлит улучшает структуру грунта для комнатных цветов, подвесных ваз и балконных ящиков и повышает его влагоудерживающую способность. Подходит для добавления к посевному грунту, прикрытия посевов семян и укоренения черенков, зимнего хранения овощей и цветочных луковиц, а также в качестве дренажа для цветочных горшков. Создавая в грунте благоприятный влажностный и воздушный режим, перлит снижает риски, обусловленные недостаточным и избыточным поливом. Угу. Это вот такой перлит, перлит. А вот это обычный дренаж. А, по евро, по ну, 2 по евро. Его можно это самое. Да, ну, его надо смешать с землей. А он часто попадается вот в земле в самой, когда продается, уже смешанный с этим. Я пойду мебель попробую посмотреть. Надо? Ну, конечно, надо, но только надо сначала посмотреть, что мы купим, что посадим. Пойдем мебель пробежимся. Здесь садовая. Это беседка. Собачка каменная, что ли, 68. Каменные собаки, да. Это садовая мебель, все здесь мир сада. Плетеная. Но цена здесь, конечно, не очень дешево. Два комплекта и больше. А это... Ой, слушайте, а людей? Людей-то очень много. Так. Здесь опять про животных, корма. Туда все еще нельзя, там кормят. Ищем мебель. Здесь лампы пробегаем. Это, наверное, для сада подвески. Разберемся с этим к лету ближе. А здесь лед, вот эти всякие, что, знаете, вокруг кухни, вокруг стола. Тоже надо что-нибудь такое придумать. Хрустальные. Хочу пройти в отдел мебели. Чайники маленькие. Пылесос. А, здесь техника. Давайте быстренько пробежим технику, поскольку мы сюда добежали. Здесь всякие фритюры-пылесосы. Роботы-пылесосы. Philips робот-пылесос 190 евро. Робот-пылесос есть даже 69-64. 69 наша цена, поскольку карточка клиента. Про робот-пылесос тоже думаю. И еще, знаете, наверное, думаю о замене плиты. То она у меня какая-то кривая. Не нравится мне плита. Наверное, надо бы поменять плиту. Значит, здесь и фильтры, и пылесосы. Что здесь только нет? Да, духовки внизу. Наверное, очень спонтанная, беглая такая съемка. А это вытяжки. Вытяжки. А,
сейчас, в принципе, очень рано. И очень много людей, вот, очень. Смотри. Что это? Блинница? Да, для, ага. Для блинов тут. Да. Маленькие. Да, а большие. Ты знаешь, как интересно эти блины? Это не сюда ты будешь наливать тесто. Ты это как-то штуку это макаешь теремке, или что-то? Наверное, вот такие. Вот. В теремке огромные столы жарочные. И там прям все это. Теремок. Ой, холодильники. Холодильники, чайники. Давайте посмотрим. Чайник прозрачный, такой красивый. 23 евро. С карточкой клиента. Карточку дают вам на входе бесплатно. Вот такие прозрачные. 2 литра 21 евро. Это, наверное, еще голубеньким подсвечивается. Угу. Кофейные машинки, кофейные аппараты по 58, по 56. А настоящие, которые бы я бы хотела, вот, например, 380. Чтобы она, знаете, все делала. Все, что ее попросишь, она бы все сделала. Вот такую. Здесь тоже чайники. За 13 евро какой граненый, красивый тоже. 15-13. Блендеры по 40, по 30. Миксеры 16. Мясорубки электрические, в общем. Утюги и все-все-все. Здесь наушники сразу, все в куче, в общем. Все в куче. Маленькие холодильнички, а тоже цены. Здесь одежда и рабочая, и для рыбалки, наверное, да? В этом я плохо понимаю. О, народу очень много. Холодильники. Ну, здесь началась мебель. Я ищу себе компьютерный столик и стулик. И вот что-нибудь хочу себе выбрать. Потому что нет мне места. Нет. А здесь для бани все. Ванны, унитазы. Просто. Вот цены на мебель, так хотя бы примерно. Душевые кабины. 93,80, 359, 400 и так далее, и так далее. Всевозможные панели. 2 двери, лестницы и так далее. Вот здесь консультант просто. Нет, волшебный. 475 с карточкой депо. А. Это для, без карточки. С карточкой клиента 475. Ну, сушилка последняя технология. Отдельная сушилка для белья. Последний писк Samsung. Ну да, он сказал, что последний. Вот здесь на второй этаж поднимемся с вами. Здесь мне хрустальные лампы не дают мне покоя. Боже мой, здесь даже толпы, здесь толпы хрусталя. Не могла не подняться. Боже мой. Ох, ох и ах. Ой. Радость маркиза. Представляете, как он будет ее ловить? 89. Я вот вам с высоты птичьего полета показываю магазин. Вот так это здесь все выглядит. Глаза рябит, все разбегается. Я не могу купить даже цветка для дома. Потому что все прям так смешалось в голове. Вот, мне кажется, для дачи неплохой вариант. Потемнеет, наверное, это металл. О, люстрочки какие милые. Такой, может быть, в спальню повесить. 68 евро. 63. Красиво.
торшер по 59, по 44. Это я здесь мимо проходя всякие домашние такие вот ложки, вилки, салфетки и прочие радости. Тоже стеклянные кружки. Сколько здесь чего стоит? Евро 70. Стеклянная, тяжелая такая. 99 евро. Посуда по 3 евро от примерно тарелки. Здесь все для дней рождения. Он огромный, но как-то пройти его все-таки можно. Так что как-то туда-сюда я уже. Потому что, наверное, он двухэтажный. Двухуровневый, не двухэтажный, двухуровневый. Не купила, не выбрала ни занавесок, ни карниза, ни подушек, ничего. Ничего. Как-то так все. Ковры, еще я не зашла в ковры. Здесь, я так понимаю, ковровые покрытия. Смотрите, палитра какая ковровых покрытий. Это образцы на квадратиках, а это по цветам просто. Плюс еще отдельно с рисунком лежит вот так. И еще есть отдел, куда прямо зайдете в комнату. И здесь, значит, ковры вот так вот висят еще отдельно. 107. 119, 172 штуки берете. Ну, это, наверное, все синтетика. Сейчас посмотрим состав. Это, наверное, все синтетика. Не вижу, да, наверное. Синтетика это неинтересно. Хочется натуральные. У меня дома все натуральные шерстяные. Так, и что здесь? Наволочки. 50 на 60, 3 евро. 50 на 70, 3 евро. И что тут еще? Размер больше. Здесь уже что? А, это просто не с резинкой. 13. 180 на 200 тоже эти простыни. Халатов всяких полно. Еще один коридор и тоже ковры. До чего мне нравится, как построен магазин. Вот, как сказать, умно. Вот. Во, чувствую прямо уже рукой, что виллане. Вот это шерстяной, 279 евро. Вот это уже натурально. Натурально. Это опять синтетика. Натуральные, натуральные. Тоже не знаю. В общем, выбор настолько огромен, что просто. Глаза разбегаются. Таких вот, как сказать, здесь комнат с коврами. Миллион. Нигде не вижу, написан состав, где. С чего они. Очень как-то компактно и очень объемно построен. Мне нравится, как он построен, этот магазин. Умно. И опять коридоры, опять ковры. В каждый. Здесь тоже, в общем. Для вышивания.
прочего всего. Здесь тоже много всего возможностей. Пледы по 2 евро. За навесками я так и не определилась. Подушки. 5-6 евро. С котом 3 евро. Вот еще. Хорошенькие какие. Клетки им всем вычистили. О, боже мой. 16 евро попугай. Вася, купи попугая. 16 евро. Смотри, как сидят хорошенькие. Люди говорили что-то. Почему-то покупают этих птиц, что они дешевые. По-моему, они, по-моему, тоже. 40 евро вон всякие. Тоже какие хорошие. А вот эти желтенькие. Ой-ой-ой. Эти без света сидят по 40 евро, попугая. Крикуны по 200 и по 100. Ой, здесь как красиво. Очень яркие, 206. Большие. Да, большие. Красавцы. А здесь кто? А здесь сидит один грустный, спит. 1399, какой хороший. Нам такой ласковый. Да, за такую цену. Ага, красивый. Да. Спит? Это девочка, да? Такие, какая у нее личный кабинет какой. Шикарно. Здесь водопады. Вот. Очень грустно, говорят ей. Посмотрите, что здесь творится. Что тут творится? Так. В общем, вышли. Вот честно, настолько всего много, настолько много людей, настолько богатый выбор, что я не купила ничего. Я поеду и буду переваривать информацию. Надо как-то прям стоять, я не знаю, с таким изобилием. Когда так много, знаете, выбрать трудно. Так что рекомендую всем приезжать обязательно. Только стройте планы, что вы будете покупать. Так иначе можно и растеряться. Спасибо, друзья, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всего вам самого светлого и самого доброго. И до встречи в депо!